Тот случай, когда твой батя играет лучше, чем ты в танки. Ну а если серьезно, этот реплей прислал игрок под ником Батя, и бой действительно получился очень жестким на тайпе 90. Если у вас есть подобные реплеи, не забывайте их присылать под видео в описании, ссылки на ВК Дискорд. Попали в рубрику, получили от меня код на месяц према. Итак, конечно, да, условия для тайпа 90 хорошие, шестые уровни, в общем-то броня для шестерок у тайпа, если еще и подвесочку опускаешь, очень жесткая, там реально пробивать тяжковато. Но, тем не менее, опять же, это все еще нужно реализовать. А он играет во взводе с Арджуном, и, конечно, эта парочка еще та жесткая получается, тайп 90 плюс Арджун. Поэтому в каком-то смысле у них, конечно, изначально есть преимущество. А, итак, полетели. Тут сразу же выезжает какой-то странный леопард, который мало того, что стреляет фугасами, еще и подставляет борт. Он думает, что танки в АВшке бортами вот под таким углом танкуют, но не тут-то было. Получает сразу же несколько плюх, последнюю танкует, издалека летит сразу несколько выстрелов, но это все он тоже вытанковывает. Причем плюхи летят, между прочим, там от объекта 225-го, да и от, ну, от леопарда все так же летят фугасы. И по 50 урона, ну как бы такой размен устраивает, вполне себе. Вдалеке виден объект, объекта не получается пробивать, челик первый издалека тоже его не пробивает. Тут, конечно, сказывается броня тайпа 90-го. Здесь реально, что называется, танк им будет, так им будет. Вдалеке пытается от рельефчика там закидывать объект и танковать точнее. А вот закидывать у него действительно получается. Танковать не очень, но плюха кумулем на 859 прилетает. Сразу же зацеливает его, естественно. Ну, правда, леопард продолжает выезжать и выставляться. В принципе, неплохо. Дает полтинник, получает на 500. Вполне себе нормальный размен. Чем так не размениваться, правильно? Леопарда, правда, получилось загуслить. Гусли, я так понимаю, чинить уже нечем. Но это не беда. При этом остается леопард уже шотным. Вдалеке челик, плевать на челика. У челика пока не получалось пробивать. Добивает леопарда. Тут уже в челика летит со всех сторон. Он там остается один, но все-таки целит его и пробивает. 1100 хп. Конечно, с одной стороны 5000 урона уже сделал. Но прочности остается уже немного. Ну и продолжает, кстати говоря, кидать. А, он на БФСы переключился. Ну да, челик с БФСами, конечно, может ответ дать на вопросы любые бронированных всяких танков. При этом счет 12-11, очень плотно идут. Зелень практически уже отдали. Противники там давят. Ну и им пора здесь давить. Если честно, я не знаю, чего они здесь ждут. Чего вы все ждете? Тут сколько? 5 танков, а там один челик стоит. Тут просто надо ехать на челика и давить. Конечно, ну ему первым это делать не хочется, потому что БФСы летят. Но этот БФС, он танкует гуслей, к счастью. И вот, наконец-таки, со взводником вместе полетели. Еще один БФС танкует, челик продолжает фокусить его, что в принципе правильно. У него остается уже немножко хп, остается его добить. И да, минус челик, вопросы здесь уже решены. Теперь, в общем-то, можно спускаться вниз, и там еще МБТ-70 вкусный ждет. 5300 домашки уже есть, по 2 фрага набили, что он, что со взводник. Ну и можно объезжать, в принципе, да, можно объехать МБТ-ку, которая там откатывается назад. Собирается все это принимать. Вдалеке высвечивается еще один противник. А, это ФКшник, леопард. Вот тут, конечно, отвлекся он на леопарда и чуть не поймал от МБТ на 1000 как раз 149. Ну, не как раз, но мог, кстати говоря, уже поиграть. Ну, решили сразу же забрать леопарда для того, чтобы он там вдруг не проснулся. Ну, и, в принципе, легкая цель, пока никто не напрягает. С правой стороны десант, от него бы не выхватить. Ну, и тут решают японские рельефы, просто тут даже МБТ-70, у него хорошие рельефы, как бы смотрит на все происходящее, немножко, наверное, офигевает. Залетает сразу же со всех сторон в него, тут, конечно, у него шансов не было. Минус МБТ, счет 7-7, то есть пока они здесь давили и всех месили, на другом фланге то же самое делали противники. То есть не то чтобы игра в одну калитку, это даже уже 6-7. Теперь остается выяснить, где оставшаяся куча всяких ББМок и Т, и ЛТ, и не подставится. Как раз высвечивается один из них. Это Стингрей. Тут еще и ПТЗ, оказывается, вблизи стоит. Теперь бы под Стингрея не подставиться. Там барабан, ну да, отлично. Забирают сразу же Стингрея. Шансов у него тоже нет, не оставили. Надо до ПТЗшки доехать, да? Теперь ПТЗ, но ПТЗ далеко не уехала, опять же. Тут он уже аккуратненько высовывается от рельефа, смотрит, чтобы ему не прилетело сбоку. Но пока вроде бы не летит, ПТЗ продолжает там пинать. Здесь высвечивается еще, кто там, шакал высветился.
И десант, надо убивать десант, который подсвечивает. Да, минус как раз десант, это был минометчик. Остается пятеро, Фокс и БМДхи. И вот тут, конечно, мне понравился ход его мыслей. Что делать? Куча ББМа. Ну тут, во-первых, первая, конечно, БМДха вылетает. И, естественно, тут как не пострелять. И он переключается на кумули, тараном добивает. И дальше, в принципе, проблемы были бы, как бы, с одной стороны. Вроде бы, да, здесь куча ББМок, но он так жестко сюда ворвался, забрал сразу БМД, Фокс тут же вблизи высветился, минусанул его, тут высвечивают Изибиэльку, короче, они сразу же выбривают все, что здесь было поблизости, остается только вдалеке лавка, шотная и шакал, который, судя по всему, его все еще держит в свете, но у него неплохо получается, а вот он как раз лавкой высвечивается, минусует и ее, и вот он еще и шакал, и держи шакал, не успевает, ну да ладно. Два ордена просто катком прошлись, 12 тысяч урона, 7 фрагов. Это катка на лайк.